лунный свет крадет у тьмы владенья. Безмятежно разлилась ночная тишь. Завтра утром будет время сделать все, что не успел. Привет, ребята! Сегодня Стефан Ермак и Славина Клундук познакомят нас с еще одним удивительным зверьком – капибарой. Интересно? Тогда идемте со мной. Ой, а это еще что за зверек? Какой-то странный, никогда не видела такого. Так. Кого-то мне он напоминает. А кого он вам напоминает? Бобра. Бобра? Да. Ребята, этот зверек называется капибара. Как? Капибара. Не слышали о таком? Нет. Тогда давайте сегодня вам о нем и расскажу, хорошо? Хорошо. Да. Во-первых, капибара – это грызун, причем самый крупный вид грызунов. Что означает его имя? И почему его так назвали? Его имя в переводе означает «господин трав». Представляете? А еще их называют водосвинками. Как вы думаете, почему? Они в воде живут. Ну-ка, посмотрите. Так. Они очень хорошо себя чувствуют в воде. Водосвинки, да? Да. Они на самом деле являются родственниками морских свинок. А таких вы слышали? Да. Да. Конечно. Я даже видела морскую свинку. Однако, если морские свинки все свое основное время проводят где? На суше. На суше. Да. То капибары живут где? В воде. В воде. Все основное время они проводят в воде. Посмотрите, какие смешные. Красивые. Капибары очень хорошо себя чувствуют в воде из-за того, что у них замечательно высоко расположены что? Глаза, ушки, еще что? Ушки, ноздри. И нос. Ноздри, да, носик, которые помогают им дышать над водой. Кто у нас еще прячется под водой из животных? Ну-ка бегемот. Подумайте, большущий, правильно, бегемот. Капибара, так же, как и бегемот, любит лежать в воде. И только ушки одни торчат, да? С носиком, глазками. С глазками, правильно. Наташа, а где живут эти капибары? Их можно встретить в Центральной и в Южной Америке. А в Беларуси их можно встретить? А у нас этих животных, к сожалению, нету. Их территория обитания зависит от времени года. Когда очень сухая погода, очень жарко, то они, как вы думаете, куда все стремятся? В озеро. Да, в озеро, либо куда? На побережье любых водоемов, совершенно верно, чтобы там им было комфортно. Иногда, чтобы найти воду, им приходится преодолевать огромные расстояния. А давно ли эти животные появились? Мои хорошие, принято считать, что прадедом капибар был носорог. Носорог появился уже очень давно, правда? Да. Да, поэтому капибары также можем отнести к семейству животных, которые появились очень-очень давно. Как вы думаете, они большие или маленькие? Большие, наверное. Большие, наверное. Раз это самый большой грызун. В высоту капибары достигают 50-60 сантиметров. Это сколько у нас? Примерно столько, да? Почти как я. Да? 50-60 сантиметров, правда? Ну да. Половина метра, да? Да. Вот. А вес их может достигать 65 килограммов. Такой... Как нормальный человек. Весят, да, как обычный человек, правда? Да. Ребята, сейчас я вам зачитаю, как капибару описывал в своих романах английский писатель Джеральд Даррелл. Хотите? Конечно, очень хотим. Вот послушайте внимательно. Этот гигантский грызун представляет собой толстенького зверька с продолговатым телом, покрытым жесткой лохматой шерстью, пестрой коричневой расцветки. Так и есть? Да. 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 У нее крупные лапы с широкими перепончатыми пальцами, а когти на передних лапах короткие и тупые. Удивительно напоминают миниатюрные копыта. Посмотрите, так и есть? Да. Да. Вид у нее весьма аристократический. По земле капибара передвигается характерной шаркающей походкой или скачет в развалку галопом. Представляете? Угу. В воде же плавает и ныряет с поразительной легкостью. И проворством. Легкая она в воде, как вы думаете, ей легче передвигаться в воде? Да. Конечно же. Капибара – флегматичный, добродушный вегетарианец, лишенный ярких индивидуальных черт, присущих некоторым его сородичам. Но этот недостаток восполняется у нее спокойным и дружелюбным видом.
Ну что, можно назвать твоего зверька милым? Да. Так, аристократическим, хорошее сравнение. Можно назвать? Да. Да. Наташа, а что кушают капибары? Как вы уже услышали из ответа, капибара вегетарианец. Значит, так. Они едят только растительность? Растительность, траву. Правильно, траву. Что еще? Плоды, клубни могут есть? Да. Да. Могут, так. Еще все, что? Кроме деревьев. Кору растений, правильно, деревья. Все, кроме мяса. Да, совершенно верно, все, кроме мяса. Ребята, как вы думаете, капибары дружные? Да, конечно. Конечно же, дружные. И живут они всегда не в одиночку, а стадами по 10-20 особей. Представляете? Да. Да, любят общение, правда? Наташа, а у капибар есть враги? Конечно же, есть, Лавина. Это, например, анаконда, да? Да. Или ягуар. Кто еще может быть? Хищники, да? Крокодилы. Аллигаторы по-другому, да? Да. Это огромные крокодилы. Правильно. Так вот, о приближающейся опасности капибары предупреждают друг друга своим неповторимым языком, который похож на лай, представляете? Наташа, а в обычной жизни они тоже лают? Нет, в обычной жизни их язык представляет из себя что-то похожее на щелканье, либо урчание такое. Наташа, а капибары могут жить дома? Ты знаешь, Стефан, это вполне возможно, но мне кажется, очень сложно. Знаете почему? Нет. Потому почему? Что для ее содержания понадобится не бассейн, а целый резервуар воды. Представляете, сколько же воды ей понадобится? Да. Да? Очень то много. То есть надо море свое иметь? Мне кажется, маленькое мини-море дома. Тогда и можно будет содержать этого зверька замечательного, правда? Да. Наташа, а мне кажется, что он дома будет все грызть. Потому что он относится к семейству грызунов. Правильно, дети, умнички. Потому что капибара это что? Семейство грызунов. И она будет всячески пытаться обточить своих что? Когтики, зубы подточить, правда? Да. И весь дом у нас будет похож на одни сплошные опилки. К сожалению, правда? Да. Ну что, ребята, хотите завести такого питомца себе дома? Да. Мне кажется, это очень хорошая идея, хотя и фантастическая. Наташа, мы столько много интересного о капибарах узнали. И даже захотели завести их себе. Да, вы молодцы, ребята. Сегодня мы славно потрудились, но сейчас предлагаю отдохнуть и посмотреть что? Мультфильм! Тогда вам, ребята, приятного просмотра. Пока-пока! Лунный свет крадет тьмы владенья, безмятежно разлилась ночная тишь.